Last time I saw my mom was 5 years ago. Я скучаю по сыну очень. When I first came into America, I'm feeling mixed feelings. I'm leaving my home, my mom, my family. Is it hard? Последний раз, когда мы уже как прощали, он меня, конечно, обнимал, говорил: «Мама, все будет хорошо». Вот, это были такие трогательные моменты. Они со мной. Я сейчас с тобой соединюсь. Мам. Просто соскучился очень сильно. Я тоже соскучилась очень. You can say a lot of words to a person, but you can just one touch, and then this explains everything.